лучшие творческие коллективы города выступали для них. Главными зрителями стали учителя и педагоги. Профессиональный праздник в ДК города Барнаула собрались руководители образовательных организаций, ветераны труда, заслуженные педагоги и представители Ассоциации молодых педагогов города. Сказать слова благодарности за ваш такой нелегкий, кропотливый труд, который не имеет ни временных, ни календарных рамок, который требует полной погруженности, полной самоотдачи, постоянного саморазвития. Здесь собрались самые лучшие, достойные представители образовательных организаций. Здесь молодые учителя, которые вызывают уже уважение за то, что они выбрали эту очень важную, очень хлопотную, но очень почетную, очень значимую миссию. В этот день на сцене вручили более 70 наград краевого и муниципального уровней. Почетные грамоты, медали за заслуги в труде, благодарности губернатора и главы города, нагрудные знаки «Почетный наставник» и «Молодость и профессионализм». А еще 12 педагогам вручили дипломы за участие в профессиональном конкурсе «Признание». День учителя – это самый лучший праздник для меня в году, потому что это ученики, это благодарные родители, ну и, конечно, школа на самом деле стала со временем своим вторым домом. С самого детства хотела быть учителем, стала им и ни о чем не жалею. С каждым годом становлюсь все опытнее, профессиональнее. В этом году правительство региона выделило 6 миллионов рублей для материального поощрения заслуженных учителей. А каждый из гостей подчеркивал, насколько ценен труд тех, кто работает с детьми. От результата вашего труда зависит будущее нации. Вот по моему глубокому убеждению, это совершенно не фигура речи, а это суть вашего труда. Именно вы формируете интеллектуальный, образовательный, культурный потенциал нашей страны. Завершился вечер по традиции торжественно. В свой профессиональный праздник молодые учителя произнесли клятву педагогического работника. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов. День с толком.